Люди посвящают себя разным занятиям. Сейчас в Украине особым родом деятельности является волонтерство. На мероприятии, которое я посетил, праздник устроили 500 деткам-беженцам из зоны АТО. Мы придумали такую прекрасную, так сказать, предысторию захождения в зал. Это аниматоры, это мастер-классы для детей. То есть дети не с чувством какого-то страха, что они попадают в какое-то место, незнакомое для них, а уже, ну, так называемо, разогреты радостью. И какими-то приятными впечатлениями зашли в зал, и как, знаете, взрослые люди сели за свои места и посмотрели такой замечательный мюзикл. Спектакль «12 месяцев» принес детям кучу позитивных эмоций в такое непростое для них, да и для всей страны время. Детский новогодний мюзикл «12 месяцев». Постановка молодых артистов. Пройдут мероприятия в период с 27 декабря по 1 января. Сегодняшнее мероприятие мы подарили деткам, приехавшим к нам из Крыма, а также из зоны АТО. Алексей Гадзенко, Росатова.